Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна». Контракт заключили на 5 лет. Ранее эту должность занимал Константин Климов, который останется в структуре клуба в качестве заместителя генерального директора. После окончания игровой карьеры Широков занимал пост спортивного директора в «Химках» и «Динамо». Он не работал в футболе с 2019 года. «Сатурн» занимает 5-е место в турнирной таблице 3-й зоны 2-й лиги. У команды из Раменского 37 очков после 22 матчей.